Сегодня глава города Ильхам Макбулатов прокомментировал ситуацию с ферросплавным заводом. Глава города заявил, что он по-прежнему против строительства в Красноярске ферромарганцевого производства в том виде, в котором сейчас его планируют инвесторы. Напомню, новая волна интереса к предприятию поднялась после поручения Владимира Путина провести независимую экологическую экспертизу проекта и в случае положительного ответа строить завод. Вот что сказал сегодня по этому поводу Акбулатов. Моя позиция остается неизменной. Я говорил о том, что такого производства не может быть по соседству с Красноярском. В Красноярске могут и должны создаваться производства экологически чистые, экологически безопасные. Красноярцы должны иметь рабочие места для того, чтобы обеспечивать благополучие своих семей. Но данный проект, мне кажется, не соответствует этим требованиям. Поэтому сейчас необходимо вести работу по подготовке этой экспертизы. Экспертиза должна осуществляться под общественным контролем. И, пользуясь случаем, я призываю красноярцев, обеспокоенных возможным строительством завода, принять участие в группе общественного контроля. Новости 12 канала обязательно сообщают, когда начнут создавать группы общественников, так, чтобы все желающие смогли принять участие в обсуждении ферросплавной проблемы.